держал в руках огонь, старик. Его нужно было уничтожить. Уничтожить единственное, что может положить конец крестовым походам? Никогда. Простите, наставник, но яблоко развратило вас. Вы бы с его помощью испортили нас всех. Чтобы жили мы, вы должны умереть. Так все кончено? Этот колдун мертв? Он не был колдуном. Обычный человек, это и мастер иллюзий. Ты подготовил костер? Да, но... Альтаир, многие из наших, они не смирятся с этим. Я сам разберусь. Ты готов к дороге? Да, вполне. Я отправил Малика в Иерусалим с вестью о смерти Аль-Муали. Ты сможешь отправиться в Акру с тем же? Ничего не понимаю. Конечно. Что происходит? Я вообще не техник. Я не знаю, что происходит. Как до этого дошло? Мой разум был ясен, но тело... Я не мог двинуться. Причиной всего был наш наставник. Я этому не верю. Аль-Муали. Что здесь произошло? Наставник обманул нас всех. Его совратили тамплиеры. Где доказательства? Иди со мной, Аббас, и я объясню. А если ты не убедишь меня? Я постараюсь тебя убедить. Помнишь артефакт, что мы нашли у Робера де Сабле в храме Соломона? Артефакт, за которым послали тебя, а принесли другие? Да. Это яблоко Эдема, орудие тамплиеров. Оно создает иллюзии и управляет разумом. Опасное оружие. По-твоему, Аль-Муалим попал под его власть? Да. Сегодня он использовал яблоко, чтобы подчинить Масиам. Ты сам видел? Я не знаю, что я видел. Слушай, Аббас, пока яблоко в безопасном месте. Когда я закончу здесь, я все тебе покажу. Альтаир, нет! Я должен знать, что он не вернется. Но мы так не делаем. Жечь тела людей запрещено. Отступник! Послушайте меня. Это тело может быть фантомом Аль-Муалима. Я должен быть уверен. Ложь! Ты всегда презирал наше кредо. Ты подстраивал наши законы под свои прихоти, плюя на всех остальных и унижая их. Связать его! Ты что, не слышал? Аль-Муалим околдован. Нельзя творить голову! Заплати за свои грехи! Отпусти меня, умоляю!
Аббас, стой! Как еще, по-твоему, они восприняли бы смерть любимого наставника? Ты меньше всех любил Аль-Муалима. Обвинял его во всех грехах, даже в самоубийстве отца. Мой отец был героем! Сейчас не время вспоминать былые обиды. Надо решать, что делать с этим оружием. Что бы ни делал этот артефакт, ты не достоин носить его! Ты тоже. О, как же оно прекрасно. Мертвы? Прости меня. Я не знал. Ты откроешь свои тайны? Или приведешь нас всех к гибели?